Привет, меня зовут Север, это прохождение Ark Mobile. Приятного тебе просмотра. Извиняюсь за долгое отсутствие роликов, так как не было возможности монтировать, ну, так сказать, обстоятельства. Я сейчас искал Анкила, но наткнулся на Альфа Рекса. Его убить, в принципе, будет неплохо, так как и мне дадут немножко опыта, и плюс дадут Птеру. Так что давайте начнем, в принципе, до СКХП это немного, потому что Птера Днепрокрутом будет снимать 1500, а порой и больше. Даже если он меня укусит, мне не будет особо больно, потому что это 10-й Альфа Рекс, он ничего сделать не может. Так что, в принципе, не страшно. Сейчас всего загасим. Плюс получим халявный скин в виде черепа трицератопса. Это мой самый любимый скин на башку, так сказать. 8900 уже, довольно быстро. Да, это баг с трубой, но по-другому, к сожалению, мобильный арк нельзя играть. Куда убежал-то? Он своего рекса собрался загрызть, что ли? Да нет. 80-й, кстати. Шесто уже. Ну вот видите, он меня укусил, мне вообще не больно. Ни хрена, вот это хороший удар был. Застрял? Все, остался последний прокрут. Ага, последний. Угу. Все, отлично. Сиренодону дали 2 левела. Ну, хотя бы что-то. Все будем выносливость качать, так как у него она очень быстро тратится. Так, собственно, а где труп Альфа Рекса? Стрелы я заберу, конечно, но... Мне интересен труп Альфа Рекса, потому что могут быть инструменты, а крафтить себе я пока что не хочу. Сейчас же как бы есть и на топорную кирку, но нахрен надо. Уйди. Ну, понятное дело, это череп, обычный арбалет и фиолетовый, да. Короче, нашел 135-го анкейла, его, я думаю, будем фармить, о господи, томить. Потому что я не могу другого найти, да и плюс в зиме я уже искал. Могу же не так уж и много требуется, так что будет легко. Единственное, что я сейчас посмотрел в подзорку, мой птер отлетел хрен знает куда. Поэтому сейчас мы его усыпим и завестим птера. Вообще, я хочу приручить себе мегапитека или, например, террорбир, то бишь ужасную птицу. Не знаю почему, у него вес очень плохо качается, но очень хочется. Все. В принципе, я поспал 2 раза. 13 морковок должно хватить, потому что это не такой высокоуровневый анкила. Сейчас и проверим. Ну, по идее, морковок только хватит, да? Зашибок, нельзя фармил. Не зря фармил. Да и 2 уровень получился. Хорошо, что у тебя, значит, на пассив, на стоп, и что у тебя по статам? Дерьмо, что сказать. Короче, помните, я вроде как в первой серии вот здесь оставлял ящик с бальзамом, я не помню, оставлял кадр сюда или нет. Я, в общем-то, сюда прилетел, посмотрел, но я нигде не вижу ящик, возможно, его Бронте хвостом задел. Или вообще пираньи убили. О, сломали. Ну, обидно, просто... Все-таки бальз. Так, нашел, значит, до курса неплохого. И по виду, и по уровню. Просто мне впадло искать какого-то более высокого уровня. Если честно, уже забыл, какой у него левел. Но не суть важно, когда высыпим, посмотрим. А, 100-й. Очень хорошо то, что у него хп фуллово. Иначе бы он в комочек, сказать, свернулся. И все, я бы его хрен усыпил. Я помню, так впервые на сервере делал. Впервые томил до курса. И по итогу мы потратили 200 стрел, чисто чтобы его добить. Карному убить, на самом деле? Может, он мешать будет? А ты что хочешь? Так, ну я думаю, еще стрелы 2 или 1. Ну-ка. Да, ему хватило. Даже если бы я не стрелял, скорее всего, оглушение бы все равно набралось. Надо сейчас крафтить шипы и поставить. Пока наш колобок будущее отдыхает, голодает, мы попробуем найти либо мегапитека хорошего такого, хотя бы 80 уровня, либо птицу 150.
в общем-то, нашел 55-го гиганта Питека. Я чистил их спаун примерно раза 5, и постоянно были низкоуровневые. И, короче, не хочу ждать, все равно я не буду его использовать как рабочую силу, там, к фармеру или как-то еще. Чисто будет на базе стоять для красоты. В общем-то, чисто чтобы был. Пойдем на гиганта Питеке к нашему додику. Засвистим Птера. Не, ну бьет он, конечно, мое почтение. Скорость удара у него просто охрененная. Это что? Майкл Джексон? В общем-то, почти питамился он будет. 149 уровня. Хорошо. Что у тебя по статам, друг мой? Во-первых, стоять на месте. Ты будешь, наверное, на нейтрале, потому что тебе мы будем тэпать. Ну, статы говно, в принципе, чего и требовалось это ожидать. Решил выполнить задание с Эклсом, но прикол в том, что я его приручал всего лишь 2 раза в жизни. И я не знаю, получится ли у меня. И походу он бьется об шипы. Да, походу так и есть. 80 уровень, такой хороший. Не хотел низкоуровневого приручать, иначе смысл тогда от этого седла. Ну-ка. Ну, кушать он не будет, он будет умирать и... Будем искать другого Эквуса, чё. Короче, нашел 75-го Эквуса, улетел из его прорисовки, чтобы он успокоился. Прилетел обратно, а все, он исчез. Он просто пропал. Я обожаю эту игру. Кстати, извиняюсь, если таймлайн идет слишком быстро, просто я очень долго не монтировал видосы, около недели, а то и больше. И, понятное дело, немножечко отвык от этого, и, возможно, монтаж немножечко просядет. Я думаю, в будущем можно будет принести сюда базу. Ну, понятное дело, не вот здесь, вот на каменное покрытие, а немножко правее. Потому что на каменном покрытии я уже строился на серверах 2 раза, когда играл с другом. Ну, в общем, местность неплохая, в принципе. Здесь поместится все то, что мне нужно. Синий лучик. Почему бы не залутать? Ёб твою мать, вот это история. Давай на пассив, а то ты сейчас сдохнешь. Блять, еще и Рекс. ПВЕ душит. Да, арбалет, конечно, ссаный. Сколько здесь рапторов? 4-5? Пока что 4 вроде. Еще и скорпион сзади в крысу напал. Вообще не вовремя. Я сейчас хп по хп просяду. Хоть кого-то поп... А, у меня стрелы закончились. Классно! Вот здесь они есть, в принципе. Еще и топорик халявный. Ну ты-то куда лезешь? Блядь. Извините. Вроде отбился, но другой вопрос. А где мой птер? А вот вижу. Да блин. Ну засвестись-то уже. Хватит. Птеру... А, нет. Я думал, арген Птера моего убил. Да, называется, решил залутать луч. Почему бы и нет? Не стоит забывать то, что это арк, и даже если ты хорошо развит, все равно на тебя будут нападать. Ну, в принципе, не так уж сильно просел мой псеранодон по хп. В общем, я нашел 150-ю птицу. В принципе, как я и хотел, но меня опять чуть ПВЕ не задушило. Говорит бывший ПВПшер, да. Сейчас мы его оградим шипами. Я вот не помню, свирепый медведь, он же агрится, да? А, бляха. Да, агрится. Ёб твою... Ой, бляха. Стой, там еще второй. Стой! Ё-моё. Назывался «Пересмотрел ролика Фастена». Теперь меня постоянно ПВЕ душит. Слетал за первой сорткой, и очень интересно, со скольких кусков она приручится. Да ладно. С 2 правильно, серьезно? Довольно неплохо. Я немножко уже покатался на птичке, она очень, довольно-таки прикольная, еще вот это вот ее парение классненькое.
единственный минус, то, что не очень-очень-очень плохо раскачивается вес, но хорошо раскачивается этот омега-тек, точнее гиганта, 25-й, понятно, съедаем. В общем, у него хорошо прокачивается хп и урон, а остальное, ну, так себе, а вес вообще дерьмово. Короче, показываю, как делать задание Zen Air, не знаю, как правильно читается, я не француз. Короче, нужно забраться на самую высокую точку мира, по идее, вроде как это там называется. А самая высокая точка мира на острове, вот. Если у вас нету своего тиммейта, если же у вас есть тиммейт, просто можно скрафтить крюкошки, арбалет, тиммейт садится на птера, ты грапаешься за него, он летит в воздух, и все. Это довольно-таки легко, вот только здесь мешают кошки, всякие аргенты. И все такое. Но я думаю, мы пробежим с первого раза. Единственное, что я надеюсь, что мне не будет мешать мой птер. Вот здесь вот сбираешься, и где-то тут уже должна быть тропа. Да уйди там. Тропа, по которой, собственно, и забираются. И вот она уже начинается. Она здесь, кстати, не такая большая, и это меня очень смущает. Недолго, точнее. Да, вулкан — это, конечно, классная тема. Надо будет здесь поставить кровати, а потом в будущем промку. Так, потом мы сворачиваем вот сюда. Забираемся, естественно. Главное сейчас не упасть, потому что у меня и так хп мало. Псер, конечно, очень мешается. Представьте то, что вы этого не видели. Где-то здесь у нас должна быть самая высокая точка. Вот здесь. Ну, пришлось подпрыгнуть, да. Итак, нам дают новый... Это мне новый левел? Да, мне новый левел дали. Отлично, 64 уже. И нам дают седло на топижару. Вроде как 10 парашютов. 123 брони, кстати, довольно неплохо. Знаете, что я хочу проверить? Долечу ли я на парашюте до своего дома отсюда? На удивление долетел, и мне даже хватило расстояния пролететь чуть дальше. В доме не хватило места, чтобы поставить станок, и поэтому придется его поставить, так сказать, на усадьбе. Бензин вроде как я поставил на готовку, сейчас только котелок скрафтить, чтобы его поставить куда-то. Наверное, вместо вот этого столба. Готово. Все отлично. В общем-то, я летел фармить лайт-зимку, и сейчас я сделаю... Первую покупку замбер в этом выживании, то бишь бандана, все, минус 35, бандана у нас есть. Просто я нашел баг с пылью, заходишь, выходишь, ты можешь постоянно так пыль юзать, и у меня там заснул аргент. Больше ничего интересного я показать тебе не могу, так как у меня намечается долгий и нудный фарм, а видос нужно выпускать поскорее. Спасибо тебе за просмотр, и помни, все только начинается. Удачи!